Сегодня 17 февраля 2024 года, и мы проводим Висагинский шахматный фестиваль, посвященный 28-летию нашего клуба. Приехали участники из Вильнюса, Каунаса, Даугавпилса. Всего 26 участников. Можно. Всего мы играем 7 туров с контролем 30 плюс 30 до 40 хода и потом еще 15 минут после 40 хода. Это было первые 4 доски. Пятая доска с видеозаписью, тоже на электронной доске в отдельном помещении. И остальные участники у нас находятся здесь. Активно помогает вести турнир Екатерина Никитенко. Покажи жеребьевку. На данный момент 12 досок, 24 участника. К сожалению, нескольких участников пришлось дисквалифицировать. Также у нас проходит еще конкурс по решению задач. Вот здесь вот мы решают, записывают результаты. Все участники записывают ходы в специальных книжечках, которые были сделаны специально для этой цели. Далее книга, где есть вся необходимая информация с нужными ссылками, а также расписание турнира. Организатор турнира – президент Висагинского шахматного клуба, национальный арбитр Волосатов Евгений Витальевич.